Так, ну а мы с вами продолжаем. На этот раз у нас уже есть бензин. И можно смело отправляться назад, чтобы заправить этот генератор. Так. Я уже забыл, где он там находится. Вот этот, по-моему. Да. Хорошо. Я сделаю. А ты введи код. Эти старые генераторы очень капризны. С первого раза может не... Оу. Чего-чего? Ничего. Так, GTS-2. Ага, сейчас я его не помню, поэтому надо посмотреть, где он там у нас. По-моему, вот этот. Да, ES2. 53. 45. 102. Ну да, 53, 45. Все. Так, 5, 3, 45. Сработало. Ну еще бы. Ну, нас никто не встречает. Может, они затаились. Да, и двери сразу обратно захлопнулись. Ну, естественно, как же иначе? Как же иначе? Так. Что мы тут имеем? Ну, опять я пойду пешком, потому что надо все проверить, что тут есть вообще. Может, на дереве что валяется? Нет? Неа, нифига. Ну ладно. Стекла тоже бить бесполезно, потому что они не тем. Вставай, 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 чё ты? Так, не понял. А, понял. Сейчас. Пёс. Вов. Понятно. О, точно. Теперь понятно. Так. Ладно, давайте все проверим. Опа, погоди, погоди, погоди. Какая-то дверь. Че, она закрыта, что ли? Да. Судя по всему, да. Пойдем пешком. Так лучше. Здесь не залезем. Да нет, здесь бесполезно. Так, сейчас пойдем туда, но сначала проверим. Не понимаю, что тут делать. Может, там можно перелезть? Видишь? Да можно, можно. Подождите. Значит, и мы там пройдем. А почему не слышно выстрелов? Я не знаю, что происходит. Сейчас, сейчас пройдем. Сначала все посмотрим. Так, здесь что? Нет, бесполезно.
У тебя есть код от ворот? Не уверена. Ист один. Это восток один. Ой, погоди. Это восток один. И у нас его как раз и нету, не, да. От этих нет. Черт, ладно. Ну, может, он, кстати, где-то и есть. Тем более, что генератор нам дан не зря. Значит, он потом нам потом появится, скорее всего. Так, ну а мы пока перелезем, как нам советовали. Так, тут пока ничего. Тут пока ничего. Сюда мы зайдем. Сейчас я только обыщу все. Появились, откуда они? Я вроде ничего не брал. Странно. Еле успел. Жесть. И это еще не все. Ладно. А, нет, закончили. Все. Кошмар. Я хотел по-тихому, но не получилось. Может, хоть тут что-нибудь дали? Бензин захапали, а унести-то не смогли. Ну так и хорошо. Если этих гнид, убивших Джоэла, загрызли какие-то зараженные, то они все равно сдохли, Элли. Только это не расплата. Пока мы здесь, надо заодно набрать припасов. Да, это дело, говоришь. Я не знаю, с какой комнаты начать, то есть то ли с этой, то ли. Его застрелили. Ты его узнаешь? Нет. Может, их кто-то другой убил, а зараженные пришли потом. Эй, я нашла их бензин. Ну, если понадобится еще, мы знаем, где взять.
Так, здесь обыскали. Здесь тоже обыскали. Пойдем попробуем наверх подняться. Этого я тоже не узнаю. Так, хорошо, если сверху... А снизу тогда что там было? Если это типа продолжение, сейчас, погоди, посмотрим. Здесь типа обычная комната, что ли, или отель целый. Надо просто все сначала снизу обыскать, а потом уже идти наверх. Так. Что-то я не знаю, но коктейли какие-то кажутся больно уж неэффективные. В первой части горели так горели, а здесь что-то как-то все не это, по-другому. Не подлезешь. Ну все, здесь мы обыскали, значит, можно идти смело на второй этаж. Третий, как всегда. Третий, как всегда, недоступен. Ну, ничего удивительного. Так, значит, на второй пойдем. Пусто. Так, суббота. Прошу успешно, мой прокатчик. Ага. Понятно. Что ничего не понятно. Так. А тут что? Карточка, но, в принципе, их и так полно. Понятно. А что, она не упадет? Не упадет. Ну ладно. Так, это мы пришли оттуда, я напомню. Пришли оттуда и пошли сразу сюда.
Теперь сделаем то же самое. Так, с этой комнатой. Это все Томми. Это? Кошмар. Да, точно он. Этот один из убийц Джоэла. Черт, здесь еще один лежит. Я его не знаю. Он проверял их на вранье. Как? Джоэл мне рассказывал. Ты задаешь одному вопрос, но ответ он должен написать. Спрашиваешь другого. И если ответ совпал, значит правда. А нет, убиваешь. Да. Восток один. Еще один код? Похоже на то. Тела теплые, Элли. Он еще близко. Да. Так. Может, здесь можно выйти. Может, да, но сейчас сначала проверим, что тут есть. Тут комнату она закрыла, я даже не могу попасть на назад. Ну ладно. Капец, топор. Ну топор получше будет, чем палка. Труба, то есть. Капец. Ну тут по-другому никак. А, это тот самый. Ты говорил, Ниф... что у Томми была тяжелая жизнь, но... Черт. Да. Ты как? Это было мерзко. Я не хочу, чтобы ты плохо думала о Томми. Если бы мне попались убийцы моей сестры, им было бы хуже. Я тебя понимаю. Я только единственное, что не понял, какой код-то. Она, наверное, на карте его написала, надо карту посмотреть. Сохранить.